Семена тыквы крупноплодно-лечебная, лычебная, подходит для домашнего и для промышленного выращивания. Ее плоды имеют прочную кожуру, которая не трескается при длительном хранении и транспортировке. Также сорт ценится за высокую устойчивость к возбудителям грибковой инфекции, что существенно повышает шансы получить богатый урожай. Тыква крупноплодная лечебная, раннеспелый сорт. Ее плоды поспевают уже в июле, через 90-95 дней после появления всходов. Несмотря на то, что не особо крупные, по 3-5 кг каждый, показатели урожайности высокие, до 4,2 кг с 1 квадратного метра. Плоды округлые, сплюснутые с двух сторон. Кожура плотная, серо-зеленая с остальным оттенком и неоднородным рисунком. Мякоть ярко-оранжевого цвета сочная, очень сладкая, отлично подходит к употреблению в любом виде. Тыква крупноплодная лечебная – это однолетнее растение. Тыква прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания тыква прекрасно устроит открытый грунт. Тыква крупноплодная лечебная имеет раннеспелый срок созревания. Плоды тыквы созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 3000-5000 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода сплюснутая. Цвет плода стальной. Вкус сладкий, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.